Дорогие друзья, прошел наш очередной кемп для семейных пар. И я хотел бы поблагодарить каждого из вас, кто принимал участие в этом кемпе. Без вас этот кемп мы не могли бы осуществить. Пусть Бог благословит каждого из вас, благословит ваши семьи. Кемп, девиз или тема нашего кемпа был «Любовь никогда не перестает». И пусть эта любовь, она никогда не перестает в наших сердцах, чтобы мы любили совместно друг друга и любили нашего Бога. Да благословит вас всех Господь. Well, that was indeed a wonderful time. I thank God for being a part of this wonderful family of Slavic Christian Center couples. I wish all of you guys blessings. Thank you for being with us and see you in the next adventure.